27 января в Московской области началась акция поддержки врачей и медиков, работающих с больными COVID-19. Компания «Чистая линия» уже не первый раз поддерживает тех, кто стоит на передовой в борьбе с коронавирусом. В минувшую среду сотрудникам Красной зоны городской больницы подарили сертификаты на 2000 рублей на бесплатную доставку продуктов из ассортимента компании. Это мороженое и молочная продукция. Дорогие наши уважаемые медицинские работники, администрация городского округа Электрогорск и Главное управление социальных коммуникаций Московской области сегодня приехали к вам с важной миссией. Сегодня разрешите от компании «Чистая линия» каждому из вас вручить сертификаты на их продукцию. Сегодня вместе с нами на это мероприятие приехал представитель этой компании. Спасибо вам за труд, спасибо каждому из вас. Спасибо вашим семьям, которые с пониманием относятся к тому, как вы загружены на работе. Мы искренне желаем вам крепкого здоровья, каждому из вас, счастья, благополучия. И я думаю, что такие приятные миссии мы будем выполнять регулярно, потому что наша жизнь в ваших руках. Спасибо вам большое. И надеемся, эти приятные, сладкие наборы, которые вы можете приобрести на сертификаты, которые предоставила «Чистая линия», вы создадите приятную атмосферу себе и своим близким. Вместе с волонтерами и представителями компании «Чистая линия» сертификаты вручили главному врачу и медработникам. Сколько сложно врачу чисто, да, вот по-человечески работать в такое нелегкое время, когда приходится жертвовать и семьей, и свободным временем. Вот ваше личное мнение как врача. Ну, большая нагрузка сейчас идет на медиков, на всех, не только на врачей, на медсестер, на весь медперсонал. Но мы справляемся, мы стараемся, делаем все, что в наших силах. Бывают вообще такие моменты, ну, какой-то, наверное, безысходности или что уже все, нету сил, казалось бы? Наверное, да, бывает. У каждого человека есть свой какой-то заряд энергии, или, да, как это можно правильно сказать, но нужно, главное, собраться, взять себя в руки, потому что сейчас понимают все, что сейчас тяжелое время, и оно тяжелое для всех. Поэтому находятся где-то запасные ресурсы, откуда мы черпаем свои силы. Вот как раз об этом хочется спросить, да, где вы ищете эту энергию, как умеете восполнять ее? Ну, для этого есть выходные дни, которые мы проводим дома, с семьей. Все равно мы выходные есть у каждого медработника, поэтому мы отдыхаем, стараемся немножко отключить голову, вот, и отдыхаем, в общем. Акцию компания «Чистая линия» проводит с 27 января по всей Московской области. Более 29 тысяч подарочных купонов подарят врачам Подмосковья.